Мы с Эдиком семьями дружим, еще мы холостяками были, и вместе наши дети, мы ходили на Кавказ, в это, Эдиковой дочке было 3,5, а этой Сашеньке было 6 лет. А моему сыну 6 лет, а дочке 4,5. Мы ходили по Крыму, по Кавказу, как-нибудь с эти походы. Соберу, скомплектую, покажу. Очень интересно. Ну вот у нас и такие, что потом проруба расплескивалась. Как говорится, ребята тоже. Вот так. Значит, вот это начало нашей моржевой. Ставили мы такой столб. Ну, его, правда, через месяц сразу его куда-то срубили, стащили и так далее. Да. Вот. Это первые наши на этом месте. Потому что вот этот с Днепропетровска тот товарищ, который был, он со своими этими, как рамками и так далее, походил, посмотрел, сказал, вот это место, говорит, хорошее. И на этом месте вот мы поставили этот столб, знак и так далее. И на этом месте мы уже вот 8-10 лет там. И... Ну, знаете, как холодно, а? Пробовали. Ужас. Кто не пробовал. А кто пробовал, то нормально. Вот это еще, наверное, тоже. Но, кавалер, все. Что-то пошло повторение. Ну, наверное. Дальше. Вот это все у нас. Это самое начало нашего освоения нашей станции Моржевая. Вот это мы еще его восстанавливаем, как раз капываем его. Вот. И все радуемся. Ура! Открытие моржевой состоялось. Хорошо, проходим, подойди. Дальше. Повторение. Дальше. Владислав, не задерживай, дальше давай. Следующую, ну, дальше. Это уже, наверное, пошло по второму кругу что-то. Где-то дальше. Владислав, дальше. Давай. Да. А, ну не успевает. А, ну ясно, там еще фильм есть, еще не успевает оно загружаться. Ну вот так, как говорится, оно. Вот. Это у нас первые опыты, когда у нас еще там примус был такой раньше, все мы приносили с собой. Кочегарили и все, а потом уже решили, что смысла нету, костер есть и достаточно, вполне достаточно. Ну, там Жанна что-то предлагает. О. Вот, Петруха рубит дрова в костре. Вот такие товарищи. На таких автомобилях к нам приезжали вот такие товарищи. А вот этот усатый художник, казак, он тоже с самого начала с нами. Но сюда он не приходит, его не пускают. Дети и жена не пускают. Говорит, тут много таких, которые...